«Единая Россия» готова в короткие сроки внести в законодательство необходимые изменения, направленные на повышение качества первичной медицинской помощи. Речь идет о законодательном закреплении института наставничества для молодых врачей не менее 3 лет, а также введении повышающего коэффициента для выплат по программе «Земский доктор» для особо сложных и труднодоступных территорий. Кроме того, единороссы поддерживают предложение Минздрава освобождения поликлиник, ФАПов, амбулаторий от некоторых видов налогов.